Jedu. Так, чё, какую с этими совами? Первый сел, тот и хозяин. Требуются мотоциклисты, принадлежащие другим собственникам. Мы скажем... требуются мотоциклы, принадлежащие другим собственникам. Мы скажем вам, у кого, где их заполучить. Короче, мотоциклы воровать. Наемники квест. Требуются охранники для нуждающихся в защите злоумышленников. А вот Плата наличными с автобусом мне что-то хочется побегать. Требуется борцы Требуются свободы. борцы за свободу для освобождения заключения оплаты доставки зэков в указанное место. Надо, короче, спить зэков освободить. Ну да, давай попробуем. Цени, мы заработали 117 косарей. Вон написано. Побег. Угоните автозак. Окей. Поехали. Просто Угоните. выходим, короче, по должны жмутаки остаться. Ну, я тоже так думаю. На выход с вещичками. Да. А, да. Так, малык, давай, что ты. Остановите автобус, пока он не переехал. Чё? Так, надо поставить. А где он? Ебать. Ладно, поехали туда. GPS не работает, блядь, не движешься к цели. О! Такой вот этот возьму. Жопа РС, да? Жопарез. По-моему, я сменил мотоцикл, а не какой-то. А не, блядь, такой же. По звуку такой же. И по скорости такой же. Ты, чтобы биваться на нем сразу, то есть, чтобы не мучиться. Так, надо сразу ствол выставить-то. Походу дело будет. Пахнет керосином. Ну, может, не Будет совсем жарко. керосином. Но, блядь, пострелять придется. Надо будет захватывать. А, угонять надо, да. То есть колеса ему, наверное, не пробивает, Да, чувак. кстати. Так, а где он? Он что-то уже уехал с точки. Я мертв. Ты мертв? Да, бля, ебать, прям в лоб с тачкой поцеловался, бля. Сразу покойник, короче, блядь. Молод погиб. И что тебе делать, мне одному приходить в миссию? Или ты... А, ты риснешься же. Скорее. Я мотоцикл твой возьму, свой. Бля, ну и пиздец. Ладно, мотоцикл это Вот так получше. вот отвлекся на разговор, бля. Бывает, бывает. Ладно, я еду. Едут такой прям в лоб с Это, вы тачкой. можете Да, точку кстати, едешь. поставить? Я сам еду, бля, ёба. Ты посмотри по карте, показывай, блядь. Так понятно, твоя точка стоит, мешает мне. Я не могу точку твою убрать. Ты босс. Да какая тебе разница, вон синим показывает. Да, неудобно, куда ехать-то? Как свернуть-то? В этом-то проблема, бро. Прямой, блядь, как. Выйти Видишь, из дома. Через переулки. По горам, он уже уехал куда-то, вообще пиздец. А, блядь, мужики, ой, я тебя вижу. Да, бля, по прямой тут не совсем прямая, косая какая-то. Ладно, я срежу, так уж и быть. А через детские горки. Срезать так срезать. И почти доехал. Уже тюрьма недалеко. Я пытаюсь, я по какой-то галимой дороге еду. Сейчас я на магистраль выйду. Тан-тан-тан. Ой, я тебя вижу. Точнее, это самое на карте. Медленные мотики, а это, блядь, шпарит пиздец, ёпта. Не можешь там как-то помедленнее это делать? Ой, я тебя догоняю. А тебе смотрю, и не лагает, кстати. Сейчас нет. Не откидывайте назад. Ну-ка, Да, вид от видишь, первого лица. я на том, на котором ты ехал в прошлый раз. А. Быстрее ошпаришь меня. Поменялись Что, мотоки. застрелить, короче? Надо водилу застрелить, короче.
все будешь шоколадить. Только вводил сразу. Так, поставлю себе. Если тебе будет полицейское соображение, тоже убивай. О, вон, вон, не по-моему, менты едут, чувак. Ментов валим. Стреляем в голову прям. Ну. О, нормально, нормально стреляет. Я ментов снял. Давай, автобус. Так, эй, блять, а кто в меня стреляет, я не понял. О. Аккуратнее, водилу, водилу. Снял, не? Да. Так, все. Давай, я сажусь, я быстрее. А, кто стреляет, я не знаю кто. Там мент сзади автобуса, короче, чувак. Вижу, 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 вижу. А че, он на такой машине, что ли, поехал, или че? А, или он там вышел за автобус. Он там вдвое. О, слушай, а я могу в автобус сесть, подожди. Блять, чувак, за нами менты. Блять, я уже слез, тормози, тормози. Я буду из автобуса отстреливаться. Давай, давай, давай. Поехали, поехали, го-го-го. О, я могу из автобуса отстреливаться. Давай, вот это огонь. Главное, эти петухов. Помогите доставить заключенных к вертолетам, чувак. Я мента убил в машине. Давай, по-моему, давай. Надо наоборот таких оторваться. То есть не агрить, зря мы вертолеты вызвали. Нормально. Yeah. А дайте посмотрю, где я вообще сижу. Ай, а, блин, вот ебать, я... неуправляемость. Я где заключенный сижу. Я даже захочу, я не смогу уехать, короче. Блять, где они стреляют, я не пойму. А кто стреляет вообще, я не понял. Впереди мусора будут по дороге. Я дрифтую, блять, на нем нахуй. Ебать ты. Пизда мусору. Там нигеры, короче, отстреливаются, походу, внутри. А-а-а, я думаю, кто стреляет, а? Там такие чуваки сидят там, от первого лица посмотри. Да-да-да, ну я видел. Я просто слышу, какие-то чуваки стреляют, думаю, а кто, блядь, меня может стрелять? Ебать ты! Бля, выжили, выжили! Ты это, полегче. Он, блядь, не едет нахуй. Не виноватая я. Ой-ой-ой-ой. Ты, блядь. Тараних нахуй. И мент тут должен умереть. Все, хорош, поехали. Пристегнитесь, блядь! Я смотрю назад и еду вперед, короче. Это ты, чуваки. Петухи. Быть какой-то чувак ломает рядом со мной. Че он, блин, гнется? Уранили что ли ты? Не знаю. Я вижу, вон ты сидишь, короче, чуваки да, такие. Да-да-да, я сижу на втором после чувака вот этого впереди. Еще походу не стреляет опять. Ебать! О, блядь! Блядь, аккуратно. Читамент как-то. Ладно, а ты мента убил или они убили? Я его застрелил. Я ж от первого лица, я еще стреляю и еду, короче. Из дому мусора только вылетает из машины. Цени. Трупаки остаются. Так, еще едет там один. Походу изворачивается на нас. Fuck you! Такой ливень с этого. Лисел, он уже мертвый, что? Да. Бля, как же атмосферно от первого лица, пиздец. Ты тоже что ли от первого? Да, да я от мент. Первого еще сузички поливаю во всем катере. Бля. Автобус жесть управления вообще. А ты видишь, еще с узички сижу так? Да-да-да, я смотрю, как я снимаю. О, чуваки отстреливаются. Я смотрю, как чуваки отстреливаются там. Да такие, да-да, с пистолетами. Все попуншую. Ой-ой-ой. Блядь! Блядь, что происходит? Стреляй, Шорикс!
стреляй! Пытайся вернуться. Блять, меня почти застрелили, кстати, блядь. Да? Да, да, я не мог попасть в них, прицелиться. Сука, менты заебали его, нахуй. Блять, вот этот пидор едет какой-то. Таранится, падла. Пацаны, давай. Там все с пистолетами стреляют, такие по левой стороне, каждому по стволу. Откуда у заключенных стволы? Отобрали у ментов, наверное. Они успели. Пизда, сколько мы положили. Интересно посмотреть, реально за миссию сколько положили ментов. Бля, а у меня на ППшку оставлю. Патроны мало остается. Надо это самое. И купить будет потом. Бля, куда я еду вообще, блядь? Бля, сейчас на этой говне дрифтовать по этим дорогам. Отстреливайся, чувак, сзади ментов до хера. А то. Пизда. Прикольно, чувак, мента с кулака такой хуяк, которого я убил, вытащил. Ладно, давайте. А топ. А с горки упадут, не? Сука, не упали. А нахуй этот на дорогу выехал, блядь. Ты же меня вводит. Мент сдох, я даже его не убил, кстати, мента. Я его застрелил, ты типа такой боком. О, о, турист бежит. Пиздилка. Турист, подкошенные падают. Я сейчас со скорпиона поливаю, короче. Что-нибудь делать, он поедет в объезд. О, вон, пиди, пиди, пиди. О май гад! Обоих это завалили. О, ебать, сыли! Пацаны, чего вы падаете? Не самая лучшая игра на свете, блядь. Где Мизулина, чтобы запретить GTA? Она любит себе какой не запрещать. Сейчас вообще там как Карсон, типа это педофилией занимается какой-то пиздец, чувак. Это вообще пиздец. Карсон педофил оказался уже. До такого маразма люди доходят. Вы эти взрослые люди, ах, снайда это вообще какой-то хуйней. По-моему, мне надо эту бабку выебать. Она не выебана, походу. Поэтому у нее это смердит, и вот она бесится. Есть такая проблема в России. Поэтому бабы не берут на такие ответственные должности. Ну, она же некрасивая. Ну, понятное дело, она же бабка. Не понял, блядь. Ты что, Бэтмен, что ли, блядь, ебаный? Все, отгрыз. Поехали. Поехали, шеф. Шеф, вывози нас отсюда. А я на чувака оглядываюсь, все время глаза прячет, короче. Самое главное, заметь, какой пиздатый автобус. Уже сколько раз вырезался, а фары все еще светятся. Самое главное. Да? Он забронирован. Я удивляюсь, как там сейчас шины не сбили, блядь. Да-да-да. Наверное, они бронированные у нас специально. И я убил второго этого самого пилота, хотел сказать. Второго мента, первого не убил. Первый преследует. Ебать, куда ты, кто мы едем вообще? Не с этим, мужики, все целы будем, доедем, блядь. Я боюсь, выпустите меня, выпустите, ночь. Я не хочу с этими опасными преступниками ехать в одном автобусе. И с маньяком, который нас везет. Я помню, мы людоеда какого-то спасали. Тысячу патронов осталось. Я не понял, блядь. Надо вниз куда-то. Чё ты мне хуйню показываешь, блядь? Надо вниз, чувак, это самое, на пляж. А, их к вертолетам надо было привезти. А где вертолеты? Написано вниз туда куда-то. На пляже стоит. Да, ну давай, сворачивай что-то. Или не поворачивай. Да, ну это предел, короче, как бы. Я выжал кнопку. А, вон вертолеты. А чё, по-моему, народу больше, чем вертолет может поместиться или нет? И чё, нам надо доставить сейчас их будет? Наверное, сейчас они улетят. Тормози, а то это вертолеты похерен.
А, все нормально. Пацаны, выгружайтесь. Нормально. Нихуя себе 49 косарей отсыпали. Вот эта миссия, зашибись. Это я понимаю. Сейчас 100 тысяч, короче. Может, 100 тысяч на всех, типа? Right, да нет. Так, клиент прислал подтверждение, правильно. Отлично, парни. А можно их сбить? Он, по-моему, сам себя сейчас собьет. А ты его сбил? Почему ты нам не звонишь, тебе не нравится? Да, одного убил. Блять, этот парень умер зря. Цени. Я не расист, конечно, но это был негр. Друг, он еще жив! Он еще жив! Он еще жив! Шевелится. Теперь все. Ну что я могу сказать? Мы как старые традиции Ку-клукс клана, блядь. Как это, играл этот самый Вольфенштейн, там этот, в Америке Ку-клукс клан такие ходят, типа с нацистами такие, да-да, нормально, вся хуйня. Ну и чё ты? Гори в аду. Негр умер! Негр умер! Пришлите помощь! А тебе по-пионерски тушим его.